с ума не за ёжик станешь. Если мне никто не помешает опять. Пробуем на сантиримент. Какой лучше? Вчерашний, сегодняшний? Ассортимент. Кто хочет холодец? Хочешь? Да. Смотри так на меня. Что это? А тебя папа от него отучил в детстве. Что вы его сейчас ненавидите, этот холодец? У меня ребенок его ел за обе щеки. Раз папа мусульманин, он запретил ребенку это есть. Так же, как многое другое. Сиди, зайка моя. Умой его. Я горчицу тебе не дам. Еще хлеба подай, Сабрюш, пожалуйста. Иди мордочку ему вымой. Я ему холодец дам. Пойдем, с хлебушком будешь пробовать. Мусульманы не едят раз свинину, холодец. А из чего-нибудь другого, из баранины, допустим, с курицей. Почему бы нет? Я один раз, потому что поел и обосрался. Кто? Толчок сломался. Ну, Сабрина подскажет, толчок сломался. Ну, серьезно. Значит, ты неправильно его ел. Уже обосрался. Блин, зараза. Тот намного был вкуснее. Сегодня в том магазине, куда мы ездили, такого не было, который вчера. Поеду в тот, обязательно куплю еще. Очень вкусно. Можно с собой сварить. Ну, для 3-2 тарелочки варить неохота. Мы варим до тазами. Двигай ко мне. Рыбка моя. Я хочу горчицу. Я не буду тебе давать горчицу. Я тебе даже верх вот этот не дам. Я тебе дам самый низ, самое вкусное. Ребенок обманывать не будет. Вот это жирное. Уже давать не буду ему. Без горчички тебе дам, ладно? У меня горчица очень острая, потому что даже сейчас язычок ждет. Горчица. Махни, да и все, ее все равно она уже почти все. Держи, зай. Она не дает тебе горчицу, нет. Там мне. Или он жует еще, что ли? Я не вижу. А, прожевал. Будешь салатиком? Я хочу. А, ну зря показал, что выплевывай. Все, иди сюда. Я хочу. А кильку хочешь? Кильку. Он не понял просто, про какую кильку я говорю. Кильку в томатном соусе будешь? Mm-mm. А, это не килька или килька. Будешь, Сабрина, хлеб мажь бутиком? Да. Ой, вкусно очень. Бутиком на хлеб. Не, пожрать еще. Просто охота что-то такого. Макароны почти сварились там с сисками. А суп вот из этого сварить, я очень люблю. У меня никто не ест опять. Это. Вкусное, кстати. Угу. Томат вкусный в ней. С лучком прикуску зеленого сделала бы, очень вкусно. А где лук? В огороде. Огород, сорви лука. Не там, где маленькие у меня эти, а там. Зимний, который. Угу. Рви там. Ешь на здоровье. Будешь? Да. Отучил ребенка. Вкусно. Пипец. Идите, мама еще даст.
Дай муки. Антошка, это будет. Иди ко мне. Нет. Это хочу. Я тебе это и дам. Иди ко мне. Нет. Да на тебя тетя хочет посмотреть. Она вот здесь в телефоне смотрит. Там самая... Привет. Привет. Там самая добрая тетя на тебя смотрит. Хочешь ей ручки помахать? Пойди. Помахай ручкой. Привет. Скажи. Привет. Скажи, мы кильку хотим пробовать. Да. Держи. Не выплевывай, я больше доедать не буду. Я хочу, а так, я хочу. Я тебе это не дам, мне самой мало. Держи кильку, ешь. Хлебушка бери, с хлебом откусывай. На, хлебом. Перекус. Господи. Ушла там тетя Наташа-то? Смотрим. Да ладно, не хочу душ ходить. Я за луком. А. Мама купила это. Мам, нельзя трогать наше это. Дома это земной. Мама хочет. На улице холодно. Замерзнуя. На улице тепло сегодня. Не гуляй. Вечер. Какая она острая. Ну, ей уже сколько? Я вот ем, когда вот сколько она... У меня постоянно открытая стоит. Она вообще не выветривается. Она, зараза, вообще... О! Это вот настоящему у мужику только вот есть ее. Это рядом. А? У тебя нас чайной. Угу. Ешь давай, ешь. Да. А, луку принесла Саврина, молодец. Спасибо. Лопай, лопай, бери лучок, хлебушка, кильку. Это лук. Так с луком и бери. Хлеб откусывай. Ну что ты делаешь? Поставь. Ужас. Хулиганка. Ну ешь, ешь, ешь. Руки есть, бери сам. Не маленькими макаронами надо идти мешать, блин, зараза какая. Сварилась уже. Мама. А? Давай. Бутылку хочу. У меня нету. Бутылку хочу. Это же вода. У Сабрины она туда воды налила. Воду хочу. Иди. Ты травишь его этим. Затем наливаешь туда воду из этой банки и пьешь. Он сейчас будет орать, что ему надо. Выходим сейчас все быстро на улицу. Макароны доварю. Попрыскаем. Ладно? Ужас. Я не знаю. Тебя я... Переживаю на тебя. Мама! Ты весь доела, кстати, не выбросила там нигде? Мама! Вау! Ну, а смотри, что травит его. Что он тебе? Собака, что ли?
чтобы на завтра не осталось. А то послезавтра ехать, чтобы не обосраться на всякий случай. А ты не балуйся, то я сама заберу. И больше не дам. Манера воду наберет в рот и брызгает всех изо рта. Я заберу! Машка, ну вот тебя. Бабушка меня наругает. Иди кошке немножко намешай. Ладно, сама. Всем приятного.